Здравствуйте, здравствуйте, добрый день. Это «Своя игра». Многие думают, что мы здесь в студии азартно, добродетельно и очень интеллектуально развлекаемся. Это, конечно, так, но это не все. Дорогие друзья, мы здесь неуклонно работаем. Работаем над повышением нашего призового фонда. Вот он, наш призовой фонд. 393 517 рублей на данный момент. Он постоянно растет. Мы его увеличиваем. Он складывается из сумм выигрышей победителей нашей игры. Вскоре мы его разыграем. И разыграют его между собой те игроки, которые внесли наибольший вклад в его, собственно говоря, создание. За центральным игровым столом Галина Валерьевна Кузьмина, преподаватель Российского университета Дружбы народов. Галина Валерьевна победила в нашей прошлой игре и согласилась принять участие в нынешней игре. Успехов вам, Галина, сейчас вам предстоит выбрать себе соперников. За спиной у вас ложа претендентов, там есть игроки посильнее, есть послабее. Хаотичный мигание лампочек у вас за спиной уже началось, его нужно остановить. Спасибо. Галина, сегодня против вас будут играть Дмитрий Коноваленко, политический аналитик из Москвы. Вторым соперником Галины становится Руслан Ихсанов, юрист из города Дзержинский, Московской области. Ну что ж, сейчас я прошу вас обратить ваше внимание на наш центральный монитор. Там вы видите все темы нашей сегодняшней игры. А я тем временем напомню о том, что спонсор нашей программы – торговая марка «Эрих Краузе». «Эрих Краузе» – это качественные канцелярские товары для повседневных работ в офисе и дома. «Эрих Краузе» – важна каждая мелочь. Мы начинаем первый раунд. Раунд. Спонсор программы Международной академии биржевой торговли Форекс Клуб представляет стартовый комплект успешного биржевика Форекс Куб. А вот и темы первого раунда. Узлы. О звездах и не только. С ума сойти. Немецкая литература. Их знают все. И Туманный Альбион. Галина, прошу вас, начинайте игру. С ума сойти 300. Прочитав страшную чеховскую повесть «Палата номер 6», он, по его словам, не находил себе места. Ему чудилось, что его заперли в палату номер 6. По-моему, это Лев Толстой. Нет, Дмитрий, это не Лев Толстой. Владимир Ильич Ленин. Верно, Руслан. С ума сойти 400. Люди все сумасшедшие. Остальные животные все сумасшедшие. Земля сумасшедшая, и сама природа тоже сумасшедшая. Заявлял от его имени Марк Твен в письмах с Земли. Письма с Земли написаны от лица сатаны. С ума сойти 200. В 1942 году этот поэт умер в приюте «Русский дом» в Нуазиле-Сек в состоянии тяжелейшей депрессии. Ныне ведутся разговоры о переносе праха поэта в его родную Шую. Константин Бальмонт. Руслан, продолжим. Их знают все 300. Он то учил школьников чужим физическим формулам, то выдавал в Берне патенты на чужие изобретения, а в конце концов изобрел собственную знаменитую формулу. Это Альберт Эйнштейн. Верно. Дмитрий, выбирайте. С ума сойти 100. После публикации философических писем их автора Петра Чаадаева вызвали к московскому полицмейстеру и объявили ему это решение правительства. Объявить его сумасшедшим, посадить в сумасшедший дом. Ну, не то чтобы посадить в сумасшедший дом, но, в общем-то, я принимаю ваш ответ, Галина. После публикации философических писем Чаадаева вызвали и объявили его, что отныне он официально считается сумасшедшим. С ума сойти 500. Этот эксцентричный миллионер, нефтяной магнат, продюсер Голливуда, авиатор, 20 лет жил затворником, скрываясь даже от своих работников. Ныне его сыграл в кино Леонардо Ди Каприо. Ай-яй-яй. Звали этого человека Говард Хьюз. И говорят, что за эти 20 лет он практически не брился, имел устрашающую совершенно внешность и не стригся. Дальше. Их знают все 500. На экзамене по анатомии студент Левитан отказался взять в руки череп. Выручил профессор Петров, сославшись на то, что череп Левитану ни к чему, ведь он является именно им. Кем же? Носителем черепа. Да нет. Вообще остроумно, да. Зачем же ему череп, если у него есть свой? Зачем ему изучать череп, если он пейзажист?
Галина. Их знают все 400. Вам достается аукцион. Пока что разыгрываем за его номинальную стоимость. Только с вами, Галина, вопрос для вас. Единственный город на двух континентах. Единственный великий город с четырьмя именами. Припомните русское имя. По-моему, все очень просто. Единственный город на двух континентах. Русское имя, припомните? Царьград. Брат! Византий, Царьград, Стамбул, Константинополь. Играйте. Их знают все 200. Вам достается кот в мешке. Кому? У Руслана минус 200, у Дмитрия 0. Дмитрию. Дмитрий, играем с вами. Тема «Знаки и символы», стоимость 500. Дайте, пожалуйста, изображение. Глядя на эмблему, совсем нетрудно догадаться, для каких профессионалов она предназначена. Она предназначена для пожарников. Совершенно верно. Туманный Альбион 300. Первые появились в столице в 1852 году. Несколько улиц отделяло мужское заведение от женского, но популярностью они тогда не пользовались. А может быть, это бани? Нет. Это общественные туалеты. Продолжим. Дмитрий. Туманный Альбион 400. В этом списке среди клубов всего мира уверенно лидирует Манчестер Юнайтед. Челси и Арсенал пока отстают. Может быть, это клуб с наибольшим числом болельщиков? Нет, Дмитрий. Стоимость клуба. Совершенно верно. Руслан, прошу. Их знают все 100. Появившись на наших экранах в октябре 1988 года, эта рабыня то вышибала слезу своими несчастьями, то заставляла телезрительниц улыбаться сквозь слезы. А рабыня Изаура? Да, Дмитрий. Так назывался сериал. О звездах и не только. 300. За него проголосовали 45 из 45. И он стал первым лауреатом приза «Звезда» для лучшего футболиста стран СНГ и Балтии по итогам года. Это Андрей Шевченко. Конечно. О звездах и не только 400. Этот показатель для всех известных человечеству двойных звезд колеблется от 14 минут до 20 веков. Расстояние? Нет. Это период обращения одной звезды вокруг другой. О звездах и не только 200. 27 декабря прошлого года эта неприятность произошла с нейтронной звездой, находящейся на ничтожном расстоянии от Земли. 30 световых лет. Может быть, она взорвалась? Верно! О звездах и не только 100. Вам достается кот в мешке. 800 у вас. 500 у Галины, минус 200 у Руслана. Пожалуйста, Руслану. Руслан, играем с вами. Тема «Гражданская война», стоимость 600. Дайте, пожалуйста, изображение. О жизни и гибели этого партизана и подпольщика с Дальнего Востока рассказывал в объемном романе Дмитрий Нагишкин. Сергей Лазо? Да нет, что вы. Это Виталий Боневур, произведение «Сердце Боневура». Дальше. Узлы 400. По словам Плиния, в Древнем Риме муж сначала сам завязывал узел на поясе жены, потом распускал его. Обряд способствовал именно этому. Я думаю, дальнейшей супружеской верности. Нет. Беременности? Нет. Но вы уже правильнее мыслите, ничего метафоричного в этом завязывании не было. Это облегчало последующие роды. Узлы 200. Полюбила парня, да не угадала. Вовсе не такого я во сне видала. У какой же певицы узелок? Кто завяжется, то развяжется. Алена Апина. Дальше. Немецкая литература 300. И вам достается аукцион. Что же вы можете сказать, только 300? Я обращаюсь к Дмитрию Николаевичу. Дмитрий, что скажете? Ну, давайте попробуем за 500 сыграть. Играем. От боли веселый мой нрав зачах, и я уже меланхолик. Кончайте шутки, не то из меня получится католик. Обращался именно к нему смертельно больной Генрих Гейне. К кому же он обращался? Может быть, к Богу? Верно!
Дмитрий. Туманный Альбион 200. Ежегодно в Йорке с 12 по 16 февраля разыгрывается их вторжение на Британские острова. Туристы охотно покупают на память двуручные мечи и рогатые шлемы. Викинги. Конечно, Галина. Туманный Альбион 500. 1/5 его территории имеет статус национального парка. На каждый квадратный километр здесь приходится больше замков, чем где-либо в мире. Предположим, что это Уэльс. Верно, Дмитрий. Узлы 300. У монахов-францисканцев завязанный узлом набедренный шнурок означал приверженность данным обетам. А сколько узлов было на шнурке? Сколько обетов, наверное, столько и узлов. Сколько обетов было у монахов-францисканцев? 7. Нет, ответ неверный. Я хотел бы услышать другое числительное. Обеты послушания, целомудрия и бедности. Немецкая литература 500. Его роман «Что же дальше, маленький человек», переведенный на 20 языков, принес автору мировую славу и попутно спас от разорения издательства. Ганс Фаллада. Немецкая литература 400. По воле своего творца Гофмана и доброй феи, этот злобный уродец очаровывал людей и присваивал их заслуги, пока не лишился магического золотого локона. Это крошка Цахис, кажется. Совершенно верно. Завершен наш первый раунд. Ну что ж, давайте подведем его итог. Минус 1000 у Руслана, 300 у Галины, 1900 у Дмитрия. Впереди второй раунд. Это «Своя игра». Мы вновь в студии, мы разыгрываем второй раунд. Мне хотелось бы напомнить и вам, дорогие телезрители, и вам, уважаемые игроки, о том, что согласно нашим правилам, тот игрок, которому удается выиграть 3 игры подряд, получает замечательный приз. Золотой приз Эрих Крауза. Это перо ручной работы, изготовленное из золота и украшенное россыпью драгоценных камней. Тот же, кто занимает второе место, получает набор необходимых канцтоваров из новой коллекции «Мегаполис». «Мегаполис» — это классический стиль от Эрих Крауза. «Мегаполис» — атрибут современного менеджера. А вот и темы второго раунда. Транспорт, история с географией, вкусная рыба, бегом марш, суеверия и Клод Моне. Прошу вас, Руслан, начинайте. Бегом марш 600. Уличного актера Дэвида Хоннана по делам арестовала полиция. Хулиган носился по улицам Лондона в красном комбинезоне с рулем в руках, высмеивая эти престижные состязания. Формула 1? Верно. Руслан. История с географией 600. Вам тут же достается аукцион. Я говорю 600. И что вы нам скажете, Дмитрий Коноваленко? 800. 800, говорит Дмитрий, мы играем с ним. Чарльз Дарвин, посетивший Галапагос, рассказывал, что обнаруживал родники, пользуясь широкими утоптанными тропинками. А прокладывали тропы именно они. Ну, наверное, галапагосские черепахи. Совершенно верно. Дмитрий. Транспорт 600. Фотограф Гриша отрекомендовал Шарапову трофейный Opel Blitz Ferdinand. Чудо века. Самоходный автобус двигается без помощи чего? Человека. Верно. Руслан. Суеверие 600. Этот месяц якобы приносит несчастье монархам. Во время него умерли Петр I, Наполеон III, Виктор Эммануил, а Людовику XVI и Карлу I головы посрубали. Декабрь. Нет. В общем-то зимой, но в январе все это происходило. Дальше. Вкусная рыба 600. Его печень по вкусу не уступает тресковой, тем более, что обе рыбы состоят в близком родстве, хотя одна живет в море, другая в пресной воде. Сом. Нет. Мужчины. А может быть, налим? Конечно, Дмитрий. Играйте. Транспорт 400. Никак тоски не переборет, кричит в мерцающую тьму. До слез, до боли в переборках
темно под звездами ему. Об этом транспортном средстве жалостно пели Татьяна и Сергей Никитины. Случайный пароходик. Верно. Галина. История с географией 800. После авиашоу в Рапид-Сити, штат Вайоминг, некого Хопкинса не могли снять с горы башня дьявола трое суток. Пришлось отыскивать скалолаза, некогда башню покорившего. А каким путем на нее попал Хопкинс? На воздушном шаре. Нет. Может быть, он спустился на нее с парашютом? Верно. Транспорт 200. За это нарушение правил дорожного движения водитель может на 2 года остаться без прав. А стоит ли рисковать собою и другими? А не вождение ли это в нетрезвом виде? Да. Бегом марш 400. ВИП-участники состязаний «Лыжня России 2005» пробежали 2 километра 12 метров в знак поддержки Москвы на этом конкурсе. Конкурс городов... Среди претендентов на проведение Олимпиады. Путано, но верно. Руслан. Суеверие 400. Шутят, что именно такова профессиональная болезнь всех налоговых инспекторов. А у тех, кто взятки берет, она уже неизлечима. А может быть, они свистят? Нет. Нет? Ну, понятно, что суеверие, деньги. Прошу. Липкие руки. А? Липкие руки. Нет, вот Руслан, хотя уже ближе. Галина, не ответьте, нет? Может быть, у них трясутся руки. И вновь неверный ответ. Нет. Профессиональная болезнь у них состоит в том, что у них постоянно чешется правая ладонь. Играем дальше. История с географией 400. В конце 1940-х годов там вдруг появились вулканы, названные именами Вернадского, Ферсмана, Ломоносова, Палласа, Менделеева. А не на морском ли дне? Нет. На Луне? Нет, Галина. В конце 40-х. Венера. И не на Венере. Ближе всего к ответу был Дмитрий, потому что все-таки упомянул Землю. На самом деле все эти вулканы появились на Курильских островах, только что отвоеванных у Японии. Дальше. Транспорт 800. Аукцион. Принимают вас любую ставку от 800 и выше, потому что 3,5 у вас, значит, что минус 700 у Галины и минус 1600 у Руслана. 1000. Играем. Тайванец Яхун Линь предложил снабжать их электромотором и откидной подножкой, чтобы владелец мог ездить по залам аэропорта или вокзала. Он предложил снабжать этим всем багажные тележки, которые используются для перевозки багажа. Дмитрий, это же неправильный ответ. Чтобы владелец... А чемоданы, конечно. Конечно же, чемоданы. Вот слово «владелец» в формулировке вы упустили, чтобы владелец мог ездить по залам аэропорта. Речь идет о снабжении мотором чемоданов. Дмитрий, прошу вас, играйте. Вкусная рыба 400. От осетра, названного произведением природы, Собакевич оставил на долю окружающих только это. Скелет. Нет. Хвост. Дальше. Дмитрий. История с географией 200. Турецкая гора Агридак, или Кривая гора, украшает герб этого сопредельного государства. Она украшает герб Армении. Верно. А в Армении как ее называют? Ну, Арарат, естественно. Дальше. Бегом марш 800. А тот не любит беспребег, тот ненормальный человек. Понятно, что песенка из мультфильма. Назовите главного скорохода из мультфильма. Маленький Мук. Верно, Галина. И вы вышли из минуса. Так держать. Отлично. Транспорт 1000. В
1923 году первый советский транспортный рейс самолета протяженностью 420 километров начался в Москве и закончился в этом городе. По-моему, это был рейс Москва-Нижний Новгород. Браво, Дмитрий! Суеверие 800. Подобрав этот чужой предмет, мы подберем чужие слезы. Да и дарить его любимому не рекомендуется. К расставанию. Может быть, это платок? Носовой платок. Дмитрий? Бегом марш 200. Этого стремительного бегуна называют кошкой с ногами собаки и пятнистым ветром. На короткой дистанции он мчится со скоростью экспресса 110 км в час. Это гепард. Дальше. Суеверие 200. Эту сельскохозяйственную работу рекомендовалось выполнять в полнолуние. Урожая дождешься на месяц раньше. Кажется, сеять репу. Дальше. Вкусная рыба 200. В разоренной Ирландии позапрошлого века ломтики картофеля натирали для запаха кусочком этой рыбы. Съесть заодно и ее было немыслимой роскошью. Не трескали? Нет, Дмитрий. Селедка. Верно, Галина. История с географией 1000. Высшая горная вершина Дагестана Базар-Дюзю или Рыночная площадь после распада СССР обрела этот почетный географический статус. Самая южная точка России. Верно, Руслан. Суеверие 1000. Чтобы не отогнать покупателей, купцы в своих лавках на этом не стояли. А в деревнях верили, если девушка плохо моет это, то у нее будет рябой муж. На пороге. Не стояли купцы, а девушки не мыли порогов. Бегом марш 1000. В конце позапрошлого века несколько гвоздей неслыханно обогатили любителя бега Джозефа Фостера. Куда он пристроил гвозди? Может быть, он сделал шиповки, пристроил их на подошвы? Да. Ну, конечно, не шиповки, а некий прообраз шиповок. Вот дальше. О, господи, ну, наверное, Клод Мане 400. Добрались таки. Добрались. И тут же кот в мешке. 5700 у вас, минус 1000 у Руслана, 300 у Галины. Кому? Руслан. Руслан, играем с вами. Тема памятника, стоимость 400. Покажите, пожалуйста, памятник. Его то возносят, то клянут. Никак братья-украинцы не успокоятся. А что? Ну, собственно, были гетманы и похуже. Богдан Хмельницкий. Ну, конечно, раз уж тема памятники, то вот он, Богдан Хмельницкий. Совершенно верно. Ну что ж, подведем итог второго раунда. Минус 600 Руслана, 300 у Галины, 5700 у Дмитрия. Впереди третий раунд. Мы вновь в студии. Это «Своя игра». Мы разыгрываем третий раунд. Я напоминаю о том, что спонсор нашей программы, торговая марка «Эрих Краузе», представляет новую коллекцию «Мегаполис». «Мегаполис» — это эффектный деловой стиль и качество «Эрих Краузе». «Мегаполис» — атрибут современного менеджера. А вот и темы нашего третьего раунда. Политика. Перед одна. Быт или не быт. Авторы и герои. Цветная тема и соколы. Прошу вас, Руслан, начинайте раунд. Политика 900. Прошлой весной право на это закрепили поправкой к основному закону Китая. Лучше поздно, чем никогда. Право на что? Право на частную собственность. Дальше. Политика 600. На пленуме ЦК КПСС 11 марта его кандидатуру поддержал Андрей Громыко, заявив, у него приятная улыбка на железные зубы. Горбачев. Верно. Политика 1200. Вам достается кот в мешке, Руслан. 0 у вас, 300 у Галины, 5700 у Дмитрия. Галине. Галина, играем с вами. Хорошо. Тема политический плакат, стоимость 700. Дайте, пожалуйста, изображение. Перед вами плакат 1950 года. Какое слово от вас скрыто? Можно прочитать то, что вы видите? За Родину, за Сталина. За мир, за слово большое, да, Саша? Я вижу. Я думаю, за Конституцию. Давайте посмотрим. За коммунизм. За коммунизм. Увы. Галина, играйте. Пей до 1200. Эти отборные плоды помещают в емкости с крепким шоху,
добавляют фруктовый сахар и настаивают не менее года, ежедневно тщательно перемешивая. Получается ароматное вино Юкихиме. А не из слив ли его делают? Совершенно верно, это знаменитое вино из слив японское. Дмитрий. Политика 300. Их воссоединение задумывал еще Берия после произошедших больших волнений. Не успел. Это Восточная и Западная Германия. Браво, Дмитрий! Пит 1900. Вам достается аукцион. И вновь любую ставку от вас принимаю от 900 и выше. Ну, давайте 1000. Играем. 60 лет назад создан этот коктейль из равных частей виски и водки. Вода из Эльбы в него не входила. Ну, наверное, он так и назывался «Встреча на Эльбе». Верно! Дмитрий? Пейд 1600. В 1891 году на парижской Рю-Рояль открылся этот ресторан, посетители которого неизменно заказывали сладкое шампанское в серебряных ведерках со льдом. Максим? Совершенно верно. Собственно, там эти ведерки и придумали. Руслан? Быт или не быт 900. В начале прошлого века заонежская крестьянка, выходя замуж, брала из родительского дома самовар, ручную мельницу, и это орудие труда. Прялка. Верно. Дальше, Руслан. Автора и героя 900. Софья Андреевна Толстая говорила своему великому супругу: «Он – это ты, но без твоего таланта он просто невыносим. О ком это она?» Достоевский. Нет. Может, Тургенев? Нет. Вот Галина понимает, что речь идет о каком-то герое Толстого, но о ком не решается сказать. Пьер Безухов. Нет. Это не Пьер Безухов. Это герой Анны Карениной Константин Левин. Руслан? Быт или не быт 1200. Рука рабочего привыкла к такой многогранной форме. Гайки, например. Так на заводе, выпускающем эту немодную продукцию, объясняют свое к ней пристрастие. А может быть, это граненый стакан? Верно. Дмитрий, дальше. Быт или не быт 600. При раскопках Помпей нашли навесные двери, имевшие петли, и эти вполне современные атрибуты. Может, дверные ручки? Нет. Нет? Замки? Верно, Руслан. Политика 1500. Юрия Лужкова не раз спрашивали, на какой политической платформе он стоит. Мэр Москвы неизменно давал этот короткий ответ. Да. И даже Дмитрий Николаевич Коноваленко, политический аналитик, затрудняется ответить на этот вопрос. Лужков всегда отвечал на хозяйственной платформе. Дальше. Перед 1500. Герой этого романа Петрония радушно почивал гостей. Давайте пить, ибо в вине жизнь. Я вас угощаю настоящим апмеанским. Вчера я не такое дорогое выставил, а обедали люди почище вас. Может быть, это сатирикон? Конечно. Дмитрий? Пейд 1300. На территории Грузии археологи обнаружили такие косточки, которые датируются 8000 годом до нашей эры. Виноградные. Верно. Быт или не быт 1500. Вам достается аукцион. Ну что же мы можем сказать? 1500. И если у Дмитрия Николаевича есть желание, он может этот вопрос у нас перекупить. А я пропущу, как-то нехорошо все аукционы играть. Хорошо, значит, играем с Галиной, потому что у Руслана Юсуповича не хватит, к сожалению, денег перекупить этот вопрос. Тема «Быт или не быт». Предложением Микояна об их выпуске Сталин отверг. Дескать, заводы оборонной промышленности и так перегружены. А главное, климат позволяет без них обойтись. Я думаю, это консервы. Да нет, Галина. Ай-яй-яй, ну при чем же здесь консервы? Консервы, естественно, выпускались
в советской России в безумных количествах. Речь, конечно же, идет о холодильниках. Заводы оборонной промышленности перегружены, а климат позволяет обойтись и без холодильников. Галина, играйте дальше. Авторы и герои 1500. Джеймс Джойс сделал его героем двух своих романов. «Портрет художника в юности» и «Улисс», щедро поделившись с ним фактами собственной жизни. Ну, как героя зовут? Как? Дмитрий? Блум, кажется. Нет. Нет. Стивен Дедал. Автор и герой 1200. Прототипом этого своего героя Носов называл ребенка вообще, с неугомонной жаждой деятельности, любознательностью и неусидчивостью, хорошими задатками и недостатками. Незнайка. Верно, Галина. Цветная тема 1500. На розовом море, на синем побережье, в горах притаился зеленый городок. Назовите исполнительницу. Татьяна Овсиенко. Браво, Галина. Тут нечему удивляться, на самом деле вопросы, связанные с популярными актерами российской эстрады, у наших игроков как раз очень часто вызывают затруднения. Галина, прошу вас. Цветная тема 1200. По словам основателя этого общества Дмитрия Мережковского, оно призвано внушать веру сквозь зеленый цвет надежды. Надежду, что свобода и Россия будут одно. Зеленая лампа. Верно. Руслан, 2400 у вас вперед. Сокола 900. Этот сокол – беспощадный истребитель грызунов, да и саранчой не брезгует. А по названию, подумаешь, никчемная птица. А не помню, как там ударение ставится, пустельга или пустельга. Пустельга. Дмитрий? А быт или не быт 300? Эту форму обслуживания в курортных отелях придумал более полувека назад Джеральд Блиц, основатель Средиземноморского клуба. Наши экономные туристы ею весьма довольны. All inclusive. Все включено. Совершенно верно, Галина. Галина, играйте. Цветная тема 900. Эти группы декламировали, пели частушки, танцевали физкультурные танцы в клубах, красных уголках, а то и прямо в цехах. В одной из них выступал будущий генсек Леонид Брежнев. Синяя блуза. Верно, Галина. Соколы 1500. Фарфоровый сокол скульптора Сотникова стал эмблемой этого завода. Дулевского фарфорового завода. Галина. Соколы 1200. В 1673 году один из членов австрийского посольства в России полгода добивался особой милости. Не только взглянуть на царского кречета, но и вдобавок сделать именно это. Покормить? Нет. Ну и зарисовать его. Дальше. Галина. Сокола 600. Этот корабельный командирский катер в случае нужды примет на борт 18 пассажиров и устоит против шторма в 5 баллов. Соколенок. Дальше. Цветная тема 600. Вам достается кот в мешке. Вопрос нужно отдать кому? Руслану или Дмитрию? Дмитрий, играем с вами. Тема «Солнечная система», стоимость 600. Дайте, пожалуйста, изображение. Оказавшись на этой планете, вы увидите наше солнышко такой вот звездочкой. Впрочем, художница Челси Бонностил вряд ли там побывала. Солнце далеко-далеко. Плутон, наверное. Верно! Только поверить в то, что там могут быть такие горы... Ну, фантазировала. Самое главное, Солнце далеко, Плутон от Солнца дальше всех планет Солнечной системы. Ну что ж, давайте подведем итог нашего третьего раунда. 1200 у Руслана, 1400 у Галины, 9400 у Дмитрия. Впереди финальный раунд. Мы в студии, мы разыгрываем финальный раунд. Уважаемые игроки, вы видите перед собой все 7 возможных тем нашего финального раунда. Руслан, выберите, пожалуйста, тему, которая вам совершенно не нравится, мы от нее откажемся. Спорт и политика. Мы убрали эту тему. Галина. Налоги и сборы. Спасибо. Дмитрий. Музыка. Руслан. Пьесы. Галина. Цифры и числа.
Дмитрий, выбирайте. Куклы. Играем тему «Голубой экран». Уважаемые игроки, делайте, пожалуйста, ваши ставки. Я же тем временем напомню о том, что согласно правилам нашей игры, тот игрок, которому удается выиграть три игры подряд, получает замечательный приз. Золотой приз Эрих Краузе. Это перо ручной работы, изготовленное из золота и украшенное россыпью драгоценных камней. Однако же пока что в этом нашем цикле никому из игроков не удавалось одержать три победы подряд. Ну что ж, ставки сделаны, и я предлагаю вопрос. Внимание! 9-летний мальчишка, запертый в оболочку странного взрослого, который совершает ужасные, отвратительные поступки ненарочно. Просто эгоизм заставляет его забыть о цивилизованности, а вообще-то он желает всем добра. По-своему. Назовите героя. Время! Стекло, и я жду ваших ответов. Что это за 9-летний мальчишка, запертый в оболочку странного взрослого? По мнению Руслана, это Гитлер. Никаких комментариев. Ставка. Спасибо. Ответ Галины. Принц. Что-то такое непонятное. Ставка 1350. Спасибо, Галина. Ответ Дмитрия. Вообще никакой версии. И ставка 2400. Сначала правильный ответ. Речь идет о мистере Бине. Так о нем сказал исполнитель этой роли Роял Аткинсон. По-моему, достаточно серьезная такая метафора. Я, например, понял, о чем идет речь. О ком. Ну что ж, Руслан и Галина, большое вам спасибо. Галин, но не судьба, игра есть игра. Дмитрий, примите, пожалуйста, поздравление 7000. Вы выиграли в нашей сегодняшней игре. Я прошу пополнить наш призовой фонд именно на эту сумму. Дмитрий, большое вам спасибо. С вашей помощью мы перевалили стратегически важный рубеж в 400 тысяч. Огромное вам спасибо. Аплодисменты звучат в вашу честь. Дмитрий, также как победитель сегодняшней игры, с удовольствием вручаю вам приз от спонсора программы Международной академии биржевой торговли Forex Club. Стартовый комплект успешного биржевика Forex Club. Forex Club – ваш пропуск в мир смелых людей и умных денег. Ну что ж, Дмитрий, остается мне только спросить у вас. Мы с вами еще увидимся или вы заберете деньги и уйдете из нашей игры? Ну, конечно, увидимся. Конечно же увидимся. Дмитрий Коноваленко продолжает играть. Спасибо вам, Дмитрий. Вам, дорогие друзья, большое спасибо за внимание. Всего доброго. Увидимся. Пока.